Дамы и господа, добро пожаловать! Сегодня вы увидите массу эмоций, ведь сегодня начинается финальный этап чемпионата России по Just Dance. Победитель данного соревнования в феврале отправится в Париж. Судить сегодня наших участников будут Дина Желандинова. Встречаем Дину. Дина – старший преподаватель кафедры гимнастики Московской Государственной Академии Физической Культуры. Она будет судить и оценивать технику исполнения наших участников. Встречаем второго жюри – Алексей Виноградов. Алексей – участник международных и всероссийских соревнований по бальным танцам, почетный судья. Он будет оценивать артистизм исполнения наших участников. Присаживайтесь, пожалуйста, на свои места. Мы будем оценивать победу в раунде по получению наибольшего количества очков из трех. Первое очко присуждается за подсчет игры. Второе очко от судьи за технику исполнения. А третье за артистизм наших исполнителей. 1/4, полуфинал и матч за третье место будет проходить в трех этапах. Если игрок выигрывает два раунда подряд, он автоматически выигрывает состязание. Финал будет проходить в 5 этапов. Если игрок выиграет 3 этапа, то он автоматически выигрывает финал. Ну что, начнем? Как настроение? Отлично. И первая пара игроков в четвертьфинале – это Александр Терехов. Встречаем! И Иван Катугин. Ваня, выходи. Аплодисменты. Ребята очень сильно волнуются, так что давайте придадим им как можно больше энергетических импульсов. Tell me I have changed, but I'm the same.
Аплодисменты нашей первой паре четвертьфиналистов. Теперь давайте подведем итоги первого этапа. Посмотрим на оценки, которые подсчитала игра. Так, смотрим. И первое очко достается Александру. Что скажут наши многоуважаемые судьи? Начнем с техники. Я свое очко тоже отдаю Александру. Александр! Эту схватку по артистизму, по моему мнению, выиграл Иван. Иван, 2-1. И первый этап остается за Александром. Давайте посмотрим на вторую песню. Молодцы!
отчитала победу Александру. Давайте теперь узнаем мнение нашего жюри. От них сейчас будет зависеть многое. Дина, первое слово вам. Техника. И снова мое очко идет к Александру. Более точен в движениях, более широкая амплитуда и музыкальнее был он в этом танце. А по артистизму мое очко уходит Ивану, потому что образ был пойман с самого начала трека и доведен до конца, и было великолепное выступление. Спасибо, ребят, вам огромное за выступление. Вань, как получилось, ты настоящий артист. Спасибо тебе огромное за выступление. И у нас определился первый полуфиналист. Александр Терехов! Ну что, первого полуфиналиста мы узнали, и сейчас узнаем второго. Кто же им будет? Анастасия Большакова! Встречаем! И Максим Пашуля! Ребята, зажгите этот танцпол! Ребята, вы сражались как воины Спарты. Теперь давайте посмотрим на ваши оценки. Так, и первое очко зарабатывает Максим. Что скажут наши судьи? Дина? Я тоже поддержу Настю. Настя молодец. Один, один.
Алексей, ваше решающее слово. По моему мнению, со своей точки зрения, я оцениваю выступление Максима, потому что это было очень энергично, очень эмоционально, и я считаю, что он попал в такт музыки. Поэтому мое очко ему. Отлично. Первый раунд остается за Максимом. Продолжим борьбу. Вы весь танец шли тютелька в тютельку друг к другу. И сейчас очень волнительный момент. Может решиться судьба второго полуфиналиста. Just Dance Russia. Давайте посмотрим, кто заработал большее количество очков. И опять же, победа достается Максиму. Настя, волнительно услышать оценки жюри? Да. Давайте мы их услышим. Дина, вам слово. И, как и в первый раз, Настя, мое очко у тебя, потому что, на мой взгляд, она была более лаконична в движениях, не делала ничего лишнего, и было видно, что выкладывается она по полной, и даже самые простые движения делает на своем максимуме. Спасибо. Один. И сейчас Алексей скажет свой вердикт. Очень непростое решение. Потому что оба участника шли прям, я в течение всего танца смотрел и даже не знал, кому отдать свое очко. И, наверное, это все-таки будет Максим, потому что смотрю на его танец, он прям
как-то танцует, вот что-то он шаманит, куда-то отправил. Но, на мой взгляд, он больше передал настроение этого трека. И вообще, мне кажется, это один из любимых его треков, потому что он прям танцевал и получал огромное удовольствие. Это мое мнение такое. И у нас определился второй полуфиналист, Максим. Мои поздравления и поздравления наших дорогих зрителей. Настя, что ты хочешь сказать напоследок? Спасибо всем, кто мне помогал готовиться. Ну и чтобы сегодня определился честно наш победитель в этом году. В принципе, все. Настя, главное не расстраивайся. Танцуй, танцуй и еще раз танцуй. Ребят, спасибо вам за участие. Давайте поаплодируем им напоследок. Максим, с Максимом мы еще увидимся в полуфинале. А сейчас мы встретим третью пару четвертьфиналистов. Владислав Шаповалов. Влад, проходи к нам на сцену. Волнуешься? Конечно. Ксения Горлова. Ксения. Если у ведущих есть любимчики, то это определенно Ксения. Ребят, а так вам обоим удачи и ни пуха, ни пера. Победа по игре
достается Владиславу. А что же скажет наша многоуважаемая жюри Дина? Владислав. Алексей. Ну, во-первых, хочется отметить, что это очень сильное сейчас состязание было, и оба участника достаточно хороший результат имеют. Но мое очко отойдет Владиславу, потому что он очень хорошо выразил, как в предыдущие мои комментарии, данный трек. И мне нравилось, что он работает на зал, периодически туда смотрит. Вот Ксения тоже посматривает так, отыгрывает очень эмоционально, это здорово, но у Владислава это качество побольше развито, поэтому мое очко ему. Первый раунд у нас закончился победой в сухую. Владислав выиграл первый раунд. Что же будет во втором, мы сейчас с вами узнаем. Ребята, жгите! На экран. И игра отдает одно очко Владиславу. Уважаемое жюри, в данный момент все будет решаться от вашего мнения. Продолжится
третьим раундом выступление Ксении, или мы сразу определим следующего полуфиналиста? Дина. Боюсь, что сразу определим. Влад. Влад. 3-0. Победа Владислава в двух раундах с сухим счетом. Общий счет составил 6-0. Как тяжело прощаться с любимчиками, Ксения. Удачи тебе. Что ты хочешь сказать фанатам, которые на тебя смотрели? Я нет фанатов. Есть. И они тебя поддерживали. Ксения, спасибо огромное за участие. Владислав, а с вами мы встретимся в полуфинале. Спасибо. Ну что, ребята, а закрывать наш четвертьфинал выйдут Данила Попов. Данила. Волнуешься? Да. Данил. А ты же прошлый чемпион Just Dance Россия. Ну, пока что действующий, нельзя говорить прошлый. Действующий чемпион. И сегодня он будет защищать свой титул. Данила. И следующим на сцену я хочу пригласить человека, который постарается бросить вызов действующему чемпиону страны. Алексей Сотников на сцену! Лёша, ты явный андердог в этой встрече. Что испытываешь? Страх. Пока что. Одна. Ну давайте, ребята, покажите, как надо танцевать. Удачи! And tonight I'm alive in a dollar sign. Guaranteed I can blow your mind.
Ма. Прекрасно! Так, так, так. Данила. Первое очко зарабатывает Данила. Дина. За технику я тоже отдам свое очко Даниле. Но если просто сказать о своих ощущениях, то, если честно, Леша мне больше понравился. Не в плане как молодой человек, а то, что он танцует легко, не напрягаясь, и видно, что он не очень старается сделать все правильно, а просто хочет получить удовольствие. Леш, личная симпатия жюри дорогого стоит. Алексей. Но за артистизм я все равно присуждаю свое очко Даниле, потому что, ну, считаю, что он был в этом плане сильнее. 3-0. Первый раунд остается за действующим чемпионом России по Just Dance. Второй раунд. Отлично! И что же скажет наша игра? И балл от игры достается Даниле. Опять же, все зависит от наших
многоуважаемых судей. Вам слово. Данила. 2-0. Данила. 3-0. Победа Данилы с общим счетом 6-0. Ну что, у нас определились все полуфиналисты. И конкуренцию Даниле Попову составит Александр Терехов, Максим Пашуля и Владислав Шаповалов.